Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом заявил губернатор Игорь Удэнин на заседании регионального правительства 5 марта. О необходимости наращивать поддержку семьи с детьми в России обратил внимание особое Владимир Путин в послании Федеральному собранию, которое состоялось 20 февраля. Игорь Удэнин также напомнил, что в начале 2019 года в Тверской области было принято решение установить одинаковую ежемесячную плату за вывоз и утилизацию мусора для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области – 96 рублей 50 копеек с человека. Отметим, что глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. Семья, где количество детей не менее 3, плюс, соответственно, 2 родителя – это 5 человек. Арифметика простая. В месяц, ну, это получается уже определенная сумма денежных средств. Если в год – это там, более 30 тысяч рублей получается. Поэтому для того, чтобы эти деньги остались в бюджете многодетной семьи, такое решение мы приняли, и механизм мы выберем, либо это будет компенсация оплаченных платежей, либо это будет обнуление ставки. Все сейчас будет сделано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, мы приняли решение, чтобы эта мера работала с 1 января текущего года. То есть тогда, когда с той даты, с какой была введена сама плата за вывоз твердых коммунальных отходов.